Из 20 участников конкурса жюри предстоит выбрать тех, кто пройдет в следующий тур. Конкурсанты танцевали, пели, рассказывали стихи и пытались хоть чем-то отличиться от других. Анастасия Паньшина узнала о конкурсе в университете и тоже решила принять участие. Кому, как не ей, финалистке «Голос Анапы», знать, как удивить жюри. Анастасия переехала к нам из Украины, но уже ни один концерт без нее не проходит. Она – главный соперник, активный участник и просто веселый, добрый человек. Буквально живет музыкой, а на будущее у нее большие планы. Эти конкурсы для сценического опыта, в первую очередь. Для развития артиста как артиста будущего. Это обязательно должно быть в жизни каждого певца, если он хочет добиться каких-то успехов. Самые талантливые выступят на гала-концерте в Краснодаре, а из 20 участников посчастливится только трем. Фестиваль уже планируют сделать традиционным.